Сегодня мы с вами сделаем флаффи слайм из обычного пластилина, который все так хотят сделать. Поэтому сейчас самое время поставить лайк под этим видео, подписаться на канал и отложить все дела, потому что это видео стоит посмотреть от самого начала до самого конца очень внимательно. Итак, меня зовут Алина, и вы на канале Эллен Стар. Ну что же, не будем затягивать и начнем! Для этого флаффи слайма из обычного пластилина я буду использовать клей ПВА, ретроборат натрия, пену для бритья и простой пластилин. Я выбрала красный и синий. Теперь их измельчу, чтобы легче было перемешивать. Добавлю немножко клея и позову маму мне помочь. А теперь я постараюсь разомять то, что у нас получилось руками. Тяжело разминать. Давайте попробуем добавить сюда еще клея и пенки. Пока что клей с пенкой соединяется вместе, пластилин к ним не хочет соединиться. Давайте добавим еще теплой водички. Сразу видно, что пластилин стал помягче немножко. Давайте еще раз рискнем и добавим еще тепленькой водички. Вот водичку я слила, немножко оставила, конечно, и вот такая вот у нас каша получилась. Мы добавим еще раз клея и пену, перемешиваем. Я думаю, сюда сразу надо капнуть тетрабората натрия. Пока что наш слаймик вот такой вот. Добавим, наверное, еще немножко водички, чтобы он измельчился. После долгого размятия флаффи слайма из обычного пластилина вот что у нас получилось. Я хочу его приукрасить. Выберу вот такие цвета. И еще такой цвет добавлю. Вот такой флаффи слаймик у нас получился. Если вы впервые на этом канале, то напоминаю, меня зовут Алина, и вы на канале Эллен Стар. И кроме Ютуба у меня есть другие соцсети. Например, Инстаграм, Лайк и ТикТок. Там есть много интересного из моей личной жизни. Заходите по ссылочкам под видео. Ну а если вы подпишетесь сейчас,